Толкнули, упала, спрыгнула. Пыталась уползти, но схватила пулю. Боже, какой кошмар. Машина принадлежит Мэгги Мур. Ты сказал Мэгги Мур? Вторая Мэгги Мур за неделю? Действительно странно. Мистер Мур! Вам помочь? Я разыскиваю Джея Мура. Вряд ли он здесь. Они разошлись. О. Поругались. Убирайся отсюда сейчас! Ты меня выгоняешь? Да! Я у себя дома, Мэгги! Она проорала слово «грязь». Я его помню. Это Джей Мур что-то мутит. Моя жена, Мэгги Мур, грозится пойти в полицию. Мне нужно отпугнуть ее от этой идеи. Меня же прижмут по полной, понимаешь? Наша карта есть? Стойте, у нас в системе две Мэгги Мур. Бывают же совпадения. Первую Мэгги перепутали со второй, или убийство второй прикрыли первое. Если вы уберете вторую Мэгги Мур, то тогда все решат, что первое удаление было ошибкой, и от меня отстанут. Я, кажется, сказал напугать, не сжечь ее нахрен. Кто-то из них очень хорошо все продумал. Джей выходит, как будто чем-то напуган. Вы прямо детектив. Кто это сделал? Мы выясним и найдем виновного. Это дурище меня подставляет. А, вы какую-то херню порите. Она только что указала на мужа Мэгги Ли. На случай смерти? На целых 700 тысяч. Как отлично это все объясняет, правда? Подкрепление, живо! Машину помойте. Сам помойте. Как тут дела? Чего ради ты в это вцепился? Эй! А еще здесь есть... Мэгги Мур. Мэгги Мур? Мэгги Мур. Мэгги Мур.